Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и мы однозначно будем сегодня тестить Мина Релиса, нашу новую имбу, донатную имбу на битве гильдий. Я даже сидел и думал, блин, с чем его сравнить, но это как Тесла Илона Маска, наверное, это самый имбовый быстрый донатный герой, а точнее антидонатный герой, который просто должен сейчас разваливать. В общем, поехали, будем пробовать. Так, вот наша новая имбушка, вот такая вот у нас будет сборка. А почему здесь стоит карасик? Для того, чтобы он быстро забегал, карась дополнительно дает еще 60% ускорения. Плюс ремочка, суперсила, в общем, такая вот сборка. Можно было бы ему и 14 вкачать, но у него, по сути, там цели не добавятся. Это ничего не изменит. Такс. Ну, единственное, что урон, может, и добавим. Пишите, в общем, в комментах, будем ли мы делать Мина Релиса максимальным еще. Так, есть. Теперь нам надо кого-то сюда добавить для слива юнитов. Сейчас я поищу Анубиса. Где там наш Анубис? Вот он. Правда, у меня тут такая сборка. Попробуем сейчас, если не зайдет, то перекачаем. Так, ставим ремочку. Ставим сюда Саву. Почему сову? Чтобы просто тупо не попадали. Относительно. У меня он собран на урон весь полностью. Так, есть. Ну, там, в принципе, и суперсила есть. Он должен и так заряжаться. Но у меня большие сомнения, что он долго будет жить. Так, кто у нас еще есть? У меня просто сегодня топовый состав. АБГ. Какого-то зефира поставим на подстраховку. Я толку от него. Короче, делаем шанс слива, как обычно, максимальный. Так, дерево. Ну, дерево мы будем на следующую, наверное, битву гильдии тестировать. Сегодня у нас Мина Релис во всей красе должен выступить. Давайте поставим, если он не будет добивать, то поставим хотя бы, чтобы этот добил. Заодно потестируем дерево. Сюда поставим слона. А то вдруг получит люлей. В общем, поехали. Не знаю, я там какие там у нас противники сегодня. Сейчас посмотрим. Такс. Там, наверное, куча нападений, куча прохождений. Все равно кто-то зафайлился. Ну, ребята, ну что вы такое делаете? 900. Ого, лям 400. 900. 900. Отлично. Вот отлично, троих с этой гильдии сейчас будем проверять на прочность. Итак, смотрим, что у нас тут есть. Сначала Анубисом тех юнитов выбираем, а потом нашей новой Теслочкой забегаем в Расту. А посмотрим мы. То, как он тащит, не тащит. Так, Анубис один раз слился. Я его должен второй раз слить. А слейте вы уже его, наконец-то. Так, ну давай, имбуша. Let's go, baby. Смотрите, бум. Ребята, это имба. Реально, что бы вы там ни говорили, посмотрите, как он разваливает. Как он разваливает лям 400. Просто с одного удара. Как просто их не было. Это просто жесть, ребят. Это мега герой.
их надо еще поискать. Так, у нас тут зефир с водушкой, это печально. Мы на такое не подписывались. Но бить успевает, добегает в общем. Значит, будем пробовать. Единственное, что у нас что-то Анубис не всех юнитов сливает. Анубис у нас как обычно. Придется, наверное, дефного Ануба делать. Видите, не то с пактом. Вот многие ребята спрашивают, что делать, если Анубис сливается. Не качайте его с пактом на урон. Оно интересно, такой вариант, как думаете, затащит, даст возможность нашей Тесле пробежать. Конечно, тут еще и стрелок. Ну, что тот вариант, как видите, но стрелок просто не дает включиться. Но этот все равно больше слил. Что, запускаем? Давай! Не успел. Надо юнитами поспамить. Сейчас попробуем. Сейчас все, ребята, будет. Так, ну попробуем. Ну, мне интересен вариант, если мы будем вот так вот юнитами спамить. Я хоть всех сейчас юнитов потеряю. Мне просто интересно. Надо будет под конец так, чтобы эти его не разрядили. Ай-яй-яй, что-то я выпустил всех прям подряд. Но Минотавр добежал, в принципе. Так, пробуем еще разок. Я просто говорил, ребят, что это будущее, это будущее. Это будущее, ребят, битвы замков. Это как Тесла. Вот. Она просто всех имеет, и вот он точно так же. Вы видите, что он делает? Это просто нереальная, ребят, имба. Такую имбушку надо еще поискать. Просто кайф. Что вы на это скажете? Это ж просто нечто. Сотки вылетают просто так. Сейчас мы к Фрейе в гости сбегаем, смотрите. Ай-яй-яй-яй. Там Дед Мороз нас замедлил. Неждан в тотеме. Окей, значит, к Барду побежим. Какая разница. Или нету там тотема. Видите, Анубиса Фоба слил. Просто не дал набрать энергию. Кстати, тоже прикольная тема. Такс. Как тебе такое, Илон Маск, да? А, мы сейчас, кстати, обезвредим отсюда, попробуем. Нифига себе, посмотрите. Посмотрите на этого Анубиса. Что он творит? У него ж тут куча дырок. Чем мы паримся? Мы сейчас деда и так уберем налегке. Все, юнитов всех убрали. Попробуем издалека забежать все-таки. Так, ну вроде все. Рая наша остыла. Let's go, baby. Бум. А посмотрите на него, не включился. Ну что это такое-то, а?
просто ужас какой-то. Стыд. Стыд и срам. Не хочет он бежать к Фрею. Но я вам скажу так, даже несмотря на то, что у него дамага не максималка, а суперсила плюс ремка этого вполне хватает. Сейчас просто, наверное, так. Еще бьют того Анубиса, блин, да запарили. Блин, опять за деда забыл, ну. Не вариант. Интересно. Что за деда забываю в тот, или надо сразу же его обезвредить. Ну, за таким Минотавром будущее, ребят. Однозначно. Просто изи. Стычки. Одна тычка, и все. И нету базы. Так, 904. Вот как тебе такой Илон Маск? Ты такого 100% не видел. 950 и 923. Тут вообще юнитов нету. Это чего у него там такое? Ага, значит надо смотра. Значит надо смотра просто убрать, мы сейчас на изи его развалим. Ну, смотра мы уберем барда. Я надеюсь, они барда хоть сольют. Стан получил, нифига. Да ему пофиг на ваш стан, посмотрите, что он делает, что он творит. Это просто жесть. А не Минотавр. Я офигею от этого героя, ребята. Вот они думают все, что мы не добежим, что ли. Надейтесь. Мы не добежим. Так, 900 920. Перепроверю. А не, вот нам надо только топов бить. Так, что у нас тут? Тут у нас тоже ожидается очередной забег, наверное. Побежим все-таки к Фрейе в гости. Без разницы, кому бежать. Можно даже в центр, я думаю, забежать. Здесь героя не особо заряжены. 92%. Видите, как бывает? Просто изи вынес нафиг. Ему он настолько бесстрашный, ребят, что он просто заходит в любую расту и говорит: до свидания, ратуша ваша. Вот так вот. Просто налегке. Смотрите, даже кто-то еще на нас слился. В общем, ребята, вот вам Минорелис, топовая сборка, как я и говорил, он тащит везде все, всех и вся. Это антидонатная имба. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.